Дом культуры попал в государственную программу. Из краевого бюджета выделят больше 5 миллионов рублей. Об этом сегодня говорили во время рабочей поездки губернатора в Красноармейский район. Вениамин Кондратьев посмотрел на состояние Дома культуры. Он не работает уже 8 лет. После войны наша страна, конечно, восстанавливала экономику, но она первая начала строить стадионы и клубы. Вот это жизнь. Если мы будем делать только экономику, без учета жизни людей, обычной жизни, ежедневной, выходной жизни людей, ничего не получится. А стадионы, клубы – это и есть жизнь. Жизнь на селе, тем более. Это их праздник, это их сцена, это их радость, это их выходной день. Поэтому давайте и эту возможность им дадим. У нас сегодня праздников проводится больше, я не знаю, как у нас только любят вот люди праздники, ну очень много, и люди сами участники. Во время рабочей поездки в Красноармейский район Вениамин Кондратьев посетил также несколько сельскохозяйственных предприятий, а после встретился с жителями района.